На 5 градусов выше среднестатистической нормы поднялась температура воздуха в Хабаровском крае. Накануне в регионе столбик термометра впервые за это лето превысил отметку 30 градусов, а в северных регионах воздух прогрелся до плюс 37. Как долго продержится зной в регионе и как хабаровчане переживают июльскую жару, узнала Ульяна Крамаренко. Четверг в расписании левобережных дачников – выходной день. Добраться до грядок по воде невозможно. Однако причал не пустует, несмотря на жару. А сегодня в Хабаровске за 30 градусов было еще до обеда. Дачники проводят свой выходной неподалеку. Гуляют, занимаются спортом, рыбачат. Говорят, жаркое солнце совсем их не пугает. Отправились, значит, мы пешком, дошли до стадиона. Там, знаете, есть место водопад, знаете, да? Мы там посидели прекрасно, шоколад съели, поболтали о том, о сём. А на пенсии что еще делать? А я ж недолго посижу, погреюсь. Ну, я сейчас пойду домой уже через часок. Я перед работой, видите, как уже маленько. Давайте, смотрите, что делать. Смотрите, что делается. Из-за вас я прозевал. Июльская духота пришла в регион неделю назад. Для людей с заболеваниями сердца и пожилых погода устанавливает свои правила. Постараться не выходить на улицу в такую жаркую погоду. Если проводить какие-то работы, то не проводить их с 11 часов до 18. Этот период запрещен для всяких активных действий. За последние 7 дней число пациентов кардиологического отделения 2-й краевой больницы выросло вдвое. Вместо 4 ежедневно поступает 8 новых пациентов. Виной тому, по словам специалистов, в том числе и высокие температуры. Одни трудились под палящим солнцем на даче, другие получили тепловой удар во время отдыха на природе. Поступают больные, которые, в общем-то, пострадали вот в этот период. Ну, несколько человек поступило у нас, работали на даче активно очень, да, что не рекомендуется. Вот. И, естественно, больные пожилого возраста. Жаркая погода, говорят в Хабаровском гидромедцентре, для июля – обычное явление. В этом году температура в Хабаровске даже ниже прошлогодних показателей. 30-градусный порог краевой центр впервые преодолел только в середине недели. А вот в северных районах действительно жарко. Наиболее такие высокие дневные температуры у нас – это северные районы. Там у нас температурный режим от 35 до 37 градусов. Южная часть края немного прохладнее, потому что у нас сказывается влияние охотского антициклона. Зной в Хабаровский край пришел из Южной Азии. Уже в пятницу, по словам специалистов, в регион придут дожди, которые добавят влажности. А вот температура воздуха ближе к 30 градусам в регионе продержится как минимум до второй половины июля. Ульяна Крамаренко, Андрей Цой, телеканал «Губерния».